Магомед Махмутов – будущий правозащитник. Сейчас учится на втором курсе. В свободное от учебы время он помогает людям. На прошедшем параде памяти следил за тем, чтобы ветеранам на трибунах было комфортно. Встречал и помогал найти свое место. «Важно помогать пожилым людям не только по праздникам, – говорит Магомед, – но и в будни. Почистить снег у дома, сходить за продуктами, убраться в квартире». В 2019-м за свои заслуги Магомед стал добровольцем года. Если не мы, то кто? Вот единственный момент. Потому что добровольчество – это тот определенный аспект развития общества, когда люди на добровольной основе помогают, то есть показывают тот аспект, что все можно произвести безвозмездно. Они тоже помогают гражданам. На встрече с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном Магомеда больше всего интересовало, как будут поддерживаться молодежные инициативы и какие появятся новые патриотические проекты. Ведь 20-й год юбилейный. 75 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты за каждым фронтовиком в России закрепят волонтера, пояснил депутат. Ветеранов также обеспечат мобильными телефонами, чтобы они всегда оставались на связи со своими помощниками. Если человек активен, у него есть искреннее желание как-то быть вовлеченным в общественную жизнь, что-то делать полезное, у него все возможности для этого сегодня есть. Главное только его желание. Войти в ряды добровольцев и участвовать в патриотических движениях можно через общественные организации или через свой вуз. Магомед Махмутов получил ответ на свой вопрос и хочет помогать в новых делах. Лекционный зал экономического университета был полон таких энтузиастов. Мария Левина, Николай Епифанов. События.